Доброго времени суток, дорогие друзья. Хочу пригласить вас на мою волшебную, можно сказать, сессию энерготерапию, где вы посмотрите сами на свой блок какой-то, который вам сейчас, может быть, мешает зарабатывать деньги, продвигаться в успехе и просто жить спокойно, без какого-то физического недомогания. Потому что физическое недомогание в теле — это какое-то убеждение с прошлого. Кто-то, может быть, даже сами вы поставили это убеждение сами себе. И после этого, может быть, болеть шея, плечи, спина, голова, руки, ноги, таз, там, желудок, еще что-нибудь. То есть любое недомогание — это какой-то, если по эзотерике сказать, то это блок. С этим нужно работать. Если у вас есть отклик к этому, то приходите ко мне на сессию. Первую сессию я провожу как ознакомительную за донат, то есть оплата по сердцу. Сколько вам идет, столько и оплатите. Но энергообмен обязательно нужен, хотя бы 100 рублей, да? Так что приглашаю на энерготерапию. Давайте жить здорово и здорово. Вот такие вот лошадки бегают, в Салахауле ходят. Я вот тут в горах провожу эту энерготерапию. Это все проходит онлайн, то есть мы знакомимся, погружаемся в запрос и уходим в терапию, да, то есть на 15-20 минут. Я разговариваю с вашей душой, с вашим телом, с вашим, ну, убеждением, блоком, как это можно еще назвать. И мы его либо трансформируем, либо убираем, либо прощаемся просто с ним. Может быть, он уже отслужил этот блок, а мы до сих пор с ним ходим, да, по 10, по 15 лет. Так что обращайтесь. Проведу я вам первую сессию за донат. А там посмотрим, может быть, пойдете и дальше на курс. Хорошего дня, во благо.